В рамках празднования 74-й годовщины со дня образования Ульяновской области прошел целый ряд культурных мероприятий. С 14 по 20 января в регионе были организованы фестивали, концерты, викторины, книжно-иллюстративные выставки и экскурсии. А центральным событием стало торжественное мероприятие во Дворце культуры «Губернаторский» с участием главы региона Сергея Морозова. Имею честь пожелать вам всем благополучия, развития и, конечно, счастливого будущего. 19 января традиционно является центральным среди памятных дат и праздников, связанных с нашей богатой историей. В качестве основных тем организаторы концерта обозначили год предпринимательства в Ульяновской области, а также ретроспективы истории меценатства и благотворительности. Здесь же прошло награждение почетных граждан Ульяновской области. У нас ведь особый день рождения Ульяновской области. Оно проходит большой православный праздник, праздник Крещения. Поэтому мы всегда под крылом Божьим. И, конечно, об этом надо всегда помнить, готовиться, и духовно готовиться, и думать о своей работе на благо Ульяновской области. Это замечательный праздник, это очень добрые и хорошие традиции для нашего региона. Следующий год для региона юбилейный, так что празднование круглой даты обещает стать еще масштабней. Дарья Сутрева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.